Ну, Жан, ты понимаешь, что нас гетто ликвидирует, нас всех убьют. Есть возможность удрать? Есть. Завтра можно уехать. Куда? Что? Почему ничего? Я говорю, Жанис, но у нас ведь денег нету. А мне такие люди не нужны, как мы. Чего им нужно? Деньги ему не нужны. Коммунисту не коммунисту. Понимаете? Для чего это здесь? Какой цель это делать? Никак я не мог себе принять, что человечек рисковал своей жизнью, жизнью своих родных из-за чужих людей в то время. Это вообще было непонятно это делать.